слышите? Герасимов, вы слышите меня? А вы? Вы как попали на Луган? Столовку направили. Медсестры. Ох, и трудно тебе, Каримова, будет среди мужиков. Вы мне нравитесь. Без году недели в Афгане, уже и доп. Паёк, и интервью подменяю по первому вызову. А смотри, ты девка не промах. Не успел приехать, уже такая карьера. Если он узнает про твой роман с Герасимовым, он ему жизнь попортит. Что, страшно, Динара Каримова? Да вот еще. А мне вот что-то страшно. Как мальчишки. Огонь! Огонь! А ты с твоим Валерой будешь мотаться по дальним гарнизонам еще лет 20. И за это время твоя любовь пройдет, уж поверь мне. Служу Советскому Союзу! Не пройдет. Ложи! Все говорят, что не вернется. А ты сама-то веришь, что вернется?